В рублях. Сколько будет? Тридцать четыре. Алло, Светлана, я пойду думать о тебе вечном, о твоей маленькой зарплате. Ой. Так прикольно написал. Алюсь, ладно, я пойду думать о твоей вечно маленькой зарплате. Хорошо. Блин, она мало очень похожа, ей-богу. Да-да-да-да. Прикольно, ты, Артём. Подумай, ладно? Нет, это мне будет скучно. Сидеть дома и кушать, готовить. Я вот именно после работы кушать готовлю. Подумай обязательно. $150 Да нет у меня, откуда $150? Господи. У меня 1000 тенге даже нету. Что моя сестра говорит? На маникюр не хочется. Ничего, забудь. Артём, выручи, пожалуйста, по-братски. Ай. Ты что, плачешь? Ну, да. Блин, больно, потому что... Ну, может, в больницу сходишь? Какая больница? Чё мне скажет? Чем выручить? На маникюр, пожалуйста. Не хватает. А что у тебя болит? А, на это... у неё рука. Вот. Я, короче, этот ударил. Покажи, не видно. Вот. Все. Все увидели. Ой. Да, вот так ударилась она. Ударилась я. А согнуть я руку не могу.